Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении нескольких разбойных нападений, грабежей и краж. Двое уроженцы московского региона, один рязанец. Банда орудовала в областном центре и на территории Михайловского района. По версии правоохранительных органов, злоумышленники выносили из квартир деньги, ювелирные украшения, технику. В коллекции награбленного полицейские обнаружили даже охотничье ружье. Данная группа на территории города Рязань совершила серию разбойных нападений, хищение оружия из частного дома владения, а также совершила серию краж на территории Рязанской области. Данная группа задержана. В настоящее время проводится в отношении них оперативно-розыскные мероприятия.